Димитровград должен стать притягательной исследовательской точкой международного уровня с современной комфортной инфраструктурой. Такую цель ставит перед собой правительство области и руководство научно-исследовательского института атомных реакторов. В 2024 году продолжится реализация совместных проектов, таких на данный момент 9. Среди самых перспективных можно выделить создание дома молодежи с детской художественной школой внутри, модернизация дорожной инфраструктуры, строительство инженерных коммуникаций для нового академгородка. Работа в этом направлении наряду с подготовкой квалифицированных кадров началась уже в этом году. Промежуточные итоги подвел губернатор Алексей Русских. Являясь крупнейшим предприятием Димитровграда, институт непосредственным образом участвует в развитии города, модернизации его социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройстве. Благодаря соглашению о сотрудничестве между Ульяновской областью и корпорацией «Росатом», которая постоянно дополняется, выделяются огромные средства на развитие всего города Димитровграда. Во время рабочей поездки в город атомщиков делегация правительства области не оставила без внимания и промышленные предприятия Димитровграда. Почти все они пользуются областными мерами поддержки, активно налаживают межрегиональную кооперацию. Содействие будет оказано и впредь. Так, со следующего года ДААС приступит к масштабной модернизации. Поможет и федеральный центр. Руководство завода, в свою очередь, создает комфортные условия труда, обеспечивает обучение молодых сотрудников. Сегодня только в Димитровграде на крупнейших предприятиях работает почти 10 тысяч сотрудников. Среднемесячная заработная плата промышленных предприятий Димитровграда, у нас статистика есть только за 9 месяцев, 53,7 тысяч рублей. Она выше, чем среднеобластной показатель, она составляет 46 тысяч рублей. И благодаря промышленным предприятиям Димитровграда очень активно пополняется региональный бюджет. Также губернатор посетил стройплощадку нового корпуса компании «Сосны». Предприятие осуществляет полный цикл производства продукции от проектирования до изготовления. Дополнительные площади позволят нарастить выпуск оборудования для атомной отрасли. Также будут созданы дополнительные рабочие места. Александра Никитина, Улправда ТВ.